Это лог был. Нету пока вроде бы. Сейчас выйду. Что-то мы его с тобой вдвоем будем долго бить. Кто-то паладин не верит, что можно убить поню за 4 минуты. Я думаю, что найдется.
забайтил, зайти в Дискорд, анекдоты послушать. Ну все, все здесь, кроме двоих. Кроме одного, дикашки. Смотри, у нас минус крист какой-то, минус рога. Захинтивай, да. Может кикнуть этого Вока Гусейновича? Да, конечно, давай, попробуй. Нет. Бекашка. Если что, я могу спекнуться. Ромка. А рыба будет за счет заведения? Танк? На, могу поставить. А, уже есть. Что, мне в ДД? Нам бы еще бы эрдру и все. А чего, чего? Есть, но я кнопки нажимать не умею. Да, холик. Могу рогу взять 256-го, або мага 265-го. Сейчас прошу. Да, Мак ответил, что на 4. Линканите ему, пожалуйста, Дискорд.
Этого танка. Хорошо. Я на больших или на маленьких? Хорошо. Вот замени его. Можно пристабах кинуть. Может, вот там какой стоит. Да, я могу отказать. Короче, молодая, типа там супружеская пара, все взяли, скажем, там шлют, типа там все живут, никак не могли детей завести. Ну, он, короче, пошел по врачам, и мы сказали так, типа, все спустить в жену и за, ну, и типа и ноги вверх оставить так, чтобы так есть больше шанс, что она забеременеет. Ну все, он так сделал, все, собрался, нога, жена лежит голая, ноги на стене, сверху, все, вышел. Идет тут, приходит почтальон, смотрит, нихуя себе, дверь открытая, ноги сверху, все отлично. Думаю, почему бы, блядь, кунилингус бы не сделать, не? Баба готова и все. Давай, короче, хуярит, и там лежит, лежит, мужик возвращается домой, смотрит такой, а вот, сука, кто моих детей подъедает, блядь. Ну, мне кажется, это не тянет на 10 кровь. А мне вообще тут смог не нужен. Ты изменился с того момента, как вышел из кожи. Как вышел из кожи. Комы. Нет, это пан оторвал, и этот, короче, в рейд пошел рассекающим.
Долго бьем. Больше рейда умер. Может мне обратно в ШП спекнуться? Который японец. Почему так все плохо? Ну, потому что я без шмота, я не хилю, это не моя вторая специальность, и еще у меня даже символов нет для этого спека. Нахилил как медведь. Я думал, хуже меня не может быть. Оказывается. Мне кажется, я больше выхилю, если я в ШП перейду. Ну, я, да. Thank you.
Демон, что там, где островок, не знаю. Мне так пишут, где... Да, но только без диса написал. Да, я стараюсь. Да. А, это что, может быть, с этого? С Дискорда. Лапу бахните. Убивайте, пожалуйста, поактивнее больших. В прошлый трай было есть 3 штуки. Так вы сведите их под больших. Тогда долбоёбы не будут бить маленьких. Я говорю, больших активнее заливайте, а не маленьких. Ты понимаешь, что долбоёбы бьют маленьких. А если вы сведете маленьких к большим, то долбоёбы бить будут. Еще и больших. Ну да. Как минимум. Точно. Долбоеба убили, долбоеба. Беги, малышка, беги! Звезда, теперь отошли. Как же вы умерли-то? Вот вообще вар.
Понял. Да не могу ждать, потому что такие вары, как этот, ворвутся и пиздят. Сейчас бы пидоров ждать. У вас что там, рейд, да? Я мешаю. Есть шаман. Могу магом сходить с другим. С Амервилем. А кем? Давай. Тут еще большой есть. Нет, я два Т4. А чё, Медвей тут с нами, нет? В окна ебан, жулик, блядь. Интеллект ливнул? Ну, блядь, это пиздец. Походу, не пройдем рейд дальше. Блять, он мне МК давал. Это, кстати, товарищ Кирилл, это... заходи уже. Что интеллект, что Триксис, это с бывшей гильдии нашей с этим, с Филчером. Ну эти Думхаммеры. Я помню, один раз ходил с ними, больше не пойду. Думхаммеры.
Там у них Audi был RLM какое-то время, ебать, я так ржал нахуй над ними. Нет, Audi уже давно нет. Ну вот, когда я был Audi, я вообще угорал, как он тактику рассказывал. Половина людей мне расскажет такой, вы умираете, нате вам ГП, ребят. Может, попробуем. Ну, хорошо. Ой, там что, место есть? Для тебя нет. Нет, не плюсанул сейчас. Там она только может быть одна, даже банки. Мне можно в ШП вернуться? Хорошо. Кстати, я сегодня на этого шамана вокруг да около бриллиант лутанул. Чё, на тебя можно... Чё, репорт можно писать? Да. Репорт. Нет, ну самое главное, плюс бриллиантов, то, что экономит на сердолер. Бриллиант можно легко вытащить и опять куда-нибудь ставить. Не, в смысле, активировать мета-соки, когда, допустим, тебе нужны камни. Да-да-да, бриллиант можно в синий, например, камень ставить, который в основном... А когда у тебя их 24, ты, блядь, ты метис. Понимаешь, да? Ну, я же говорю, главное это не то, что они много дают, так как они уже с выходом полиролик уже не так профитны, а главное то, что экономия гигантская выходит. Не нужно сердолики. Но он тебе на всю жизнь, можно сказать. Детям будешь показывать, блин. Нет, ну я же не за 12 тысяч, например, его сейчас вытащил за бесплатно. Каждый мужчина в жизни должен вырастить ребенка, построить дом и выбить черный бриллиант. Черный бриллиант первым, блять, и такую галочку поставил, блять, в своем ежедневнике, блять, или как он там у вас называется. Геннадич. Вой, ты зачем я вчера сгорел меня, ебать, вчера? Добрый день. Добро пожаловать, герой. У меня очко вчера горело. Да ничего, блядь. Ешьте кому надо рыбу. Ебать, меня сова там вчера, ебать, начала подгорать, ебать, и, сука, остальные просто. Ладно, я это... Сова — это топ, ебать.
Ну, только предполагаешь, что они тебя наебали. Не, ну Триксис не такой плохой игрок. Вот интеллект, да, дурачок. Я только видел, что там покинул группу. Ты какую берешь? Ну, хорошо. Но я видел, что он рейд покинул. Может, Триксис и Интеллект его друзья? А чё, Гера не будет? У меня ещё 20 секунд. Это, наверное, меня говорит, что я уебал. Варн, я не разморозил, а ты не мог подбежать, что ли? Я сделал чар, потому что босс был на другой стороне, и он плевал, смотрел весь в рейд. Хотя пусть думает, что я уёбок, но там как-то все равно. В воздухе повеяло ледяным дыханием следующего бойца. На арену выходит ледяной лёд. Сражайтесь или погибнете, герои! Ну да, все. Ты если бы даже был тут. Да. Че? Ну купи что-нибудь по это. Купи мне бутылку пива еще. Вот эту.
Амстердам. И купи мне что-нибудь подожать. Хорошо, куплю. Кирешки купи с лососем 3 пачки. И нам тоже купи. На карточке. Или может кирешки. Наличку. Кока-кола у меня есть. Мне больше ничего не надо. А вы что, отбежать не можете? Киберспортсмены, походу. Это левел не позволяет, да? Кнопка не нажимается. В голове, блять, тебе нахуй там. Нахуй. Нет, тебе скальпа. Да. Нет, не смотрите. Действие жулик называется. Нет! Ничего себе, 150 голды лутанул одним нажатием. Пошли нахуй. Лок вставать не умеет. Рост не забудьте так. Не орегов нету. У меня денег нету. Это жабочка. Вот, блядь, чё? Чё вам? Не, купи чипсы мне. Да, лейс. Там диспел, ребят. Босс. Там черепок не лезет. Вот,
собаки Альянса. Оп, звук победы. Это точно. Да. Смерть будет быстрой. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да будет так. Сражайтесь с честью. Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля. Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Войт, а где это, писька московская? Кого там подняли? Я не хочу власть, но с ростом быстрее убивать такую тему. Ну ладно. Убили.
Мышка, беги!